И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. И как вы видите, я все так же продолжаю играть в Art Survival World. Все так же на сервере Savage. Где он? Ru Savage Start. Ну, в общем, название, ссылки все в описании есть. Так что не беда. Мод, кстати, Afterlife. Ну, после жизни, короче, если так по-русски переводить, или загробная жизнь. Почему-то так переводится тоже. Вот, как видите, я доделал домик. Да, я сделал такой домик. Ну, как говорится, не слишком долго, много времени заняло. Вот у меня здесь страйк стоит, все нормально. Живехонький. Получил два левела. Пока, так сказать, АФК качался. Качнем урон. Как видите, я сюда все закинул. Ну, чтобы не портилось. Использовал его как мини-холодильник, можно так сказать. А вот, получается, раз, два, три, четыре на пять. Получается, стоп, четыре. А, да, с этой стороны четыре, а здесь же получается пять. В общем, 4-5 на 5 получилось. И вот такая вот маленькая пристроечка с выходом. Ой, да ладно. Это кого вижу? Икс-дудо. Эти яйки нам будут нужны. Положите еду. Так, а какую еду? Ого, 40 мажабери. Ёкарный бабаян. Нифига себе, ну-ка. О, мажабери. Давайте сразу же его притомим. А раз пошло такое дело. Да ёб твою ж налево опять, блин. Башка в заднице. Я куриная морда. Такс. А, ну да, у меня дверь-то автоматическая, все нормально. Так, давай тебя закинем вот сюда. Стоять. И сразу же переключаем тебя на пассивку. Вот, отлично. Так, теперь в тебя давай закинем. Кстати, да, седло. Давай закинем в тебя хавколь. Ну и, собственно, живи вот так и процветай. Ах. Что дальше? Что дальше? Ну, как вы понимаете, меня не зарейдили, да, дом не сломали, ни дикие динозавры, ни люди. Было бы тяжеловато сломать, но все равно. Металл переплавился, отсюда я все убрал. Все ресурсы, вот они, все потихонечку, инструменты я тоже скинул, все хорошо, все просто замечательно. Да, вот получается, сделал такой маленький подъем. Есть еще идея сделать на крышу подъем, думаю, ну а смысл? Как бы пока что в этом смысла нету. Ой, ёб твою ж сраный птера... Птер, короче. Да. Ой, что здесь деревьев как-то маловато. Как вырубил, так ничего не выросло, что ли? Ой, блин, забыл. Здесь вчера чувака встречал. 52 левел, если не ошибаюсь. Блин, забыл какой-то... Трайп. Я же посмотрел специально через трубу, что за трайп. Я здесь как раз дерево лутал, и уже запись закончил, все, и дерево лутал. Он здесь камень бегал, лутал. 72 левел, вкачанный, все дела. Вот, ну, забыл. И ник, и трайп забыл. Ну, что-то, знаете, был такой знакомый сравнительно. Так, паразавр ходит. Что же дальше? Блин, какая-то гамма яркость какая-то. А, у меня яркость из-за того, что я что-то это вспомнил. Когда в Warface заходишь, он, если, как говорится, яркость не по дефолту стоит, то он немножечко, короче, регулирует яркость на компьютере. О, игуанодон. Это же игуанодон, да? Да. Игуанодон, ты же не агрессивный, слава богу, хоть ты не агрессивный. Кстати, да. А, ну и вот, собственно, поэтому у меня в игре чутка яркость. Короче, по-простому говоря, если вы не знаете, как увеличить яркость в игре Арк, скачайте себе Warface, установите там яркость и заходите. То есть, достаточно один раз зайти в игру, и до перезагрузки компьютера яркость всегда будет максимальная. Это идиотизм просто полный, конечно. Ну, что поделать, я сегодня заходил. Сегодня изменили настройки, прикольнули настройки. Конечно, они все пока что полностью на английском. Все, что раньше было переведено, также осталось. Это все полностью по новой переделано. Enable VR
HMD. По-простому говоря, теперь, как я понял, к арку можно прицепить, то есть в арк можно играть в шлеме, в VR-шлеме. Честно, я бы поиграл. Я бы поиграл, но эта штука стоит столько, что я уж лучше деньги пущу на улучшение своего компьютера, чтобы хоть как-то не тормозило. Вот, как видите, настройки поделены. Это Advanced Setting, это обычные настройки, улучшенные настройки, то есть продвинутые. Настройка клавиатуры, кстати, мне понравилась. Они вот просто молодцы, наконец-то сделали вот это все, все команды в одну кучу. Теперь тебе не надо. Так, эта команда здесь, эта команда здесь, это здесь, так, это здесь. Ага, это здесь. Этого больше не надо. Все, они все подряд идут, все просто здорово. Ну и, конечно же, геймпад. Да, можно играть на геймпаде. Собственно, есть и на PlayStation 4, и на Xbox. Есть эта игра. То есть на PlayStation, на Xbox все нормально. Играют на геймпаде. Не знаю как. Конечно, это мазохизм, наверное. Потому что много клавиш не хватает. Допустим, свистов там нету и так далее. То есть основа основ. Ну да и ладно. Что же сегодня будем делать? Будем делать, добывать камень, переделывать уже все в камень. Вот, все не все, но буду в камень переделывать. Так, я что-то апнулся. Что же можно себе вкачать? Скорость. Я сейчас качаю урон в ближнем бою. Давайте 200 догоним. Все-таки, по идее, должна и добыча увеличиваться, если урон в ближнем бою стоит вкачанный. Так что я с таким расчетом качаю это дело. Камень. S+, окей. Подожди, сосуд. Ну это, короче, не то явно. Это не то. Мне соль хранить не обязательно. Так, стоит мод на инкубаторы здесь. Здорово. Веревочная лестница. Ага, вспомнил, камень же там очень сильно далеко. Очень сильно далеко. Ага. Так, кто-то новенький. Так. Я уже приближаюсь к моменту истины. Вот он. Думаю, сегодня притомим летуна. Построим дом. Вот, и... О, да, большие стенки, это здорово. Что? Stone Double Door Frame. Double Door Frame. Так, 30, 16, 12. Двойные! Да ладно, двойные двери. А вот это круто. Я хочу поставить уже. Я уже хочу поставить на вход, именно на вход поставлю двойные. Офигеть! Офигеть, если я двери бы не увидел, я бы даже бы не допер, если честно. О, пика. Пика, это здорово. Арбалет пригодится. Poison Spear, Workbench, Workbench. А, ты ноль. О, ты тоже ноль, отлично. Почему бы и нет, раз уж ноль стоишь. Так, что у нас тут еще можно изучить? Каменная рама обязательно мне нужна. И укрепленные ворота. У меня еще там более 300. Так что я могу еще изучать и изучать. Or construction. Ну ладно, пока не будем это дело трогать. Вот, кстати, туалет. Я посмотрел, это полный кабздец его создавать. Это ж там нифига себе. Так что сортир будем делать потом. Когда-нибудь. Пока что нам хватит и это. Обычной сральни. Ну, в смысле, там... Где прошел, там посрал. Так, Toxic Blood, редкий гриб. Это у нас поезд. Ага. Вот, редкий цветок, хилочки. Давай сразу же их изучим. Как говорится, почему бы и нет. Ой, ё, просто я прокрутил это конкретно. Так, ну и все. Пока что, думаю, мне хватит. А, да, я и дошел до самого конца. Что в итоге мне нужно? О, кстати, точно. Где-то там ёптель. Где-то там ёптель. Вот в тебя и закину эти яйца. О, это что такое ты подбираешься-то? Макарёк.
Так, вот в тебя это вот это все и закинем. И... Блин. А ты прикалываешься? Ну иди ты, блин. Да, хоть закачайся, вес толку никакого. Так, будем добывать немного ресурсов. Будем добывать немного ресурсов. Возьмем инструменты, трубу, парашют. Шелган не буду. А, ну, копьюшка пригодятся. Долбанная свистулька. Ну, это я про этого. Про попугая этого долбанного. Наверное, насвистывают. Я шачкую постоянно. Так, погнали, погнали, посмотрим, есть тут кто из местной флоры и фауны. А именно, желательно, чтобы никого не было. Типа всяких традонов и все в таком духе. Не хочу я больше их встречать. Так, вот этого уберем, чтобы лишнего случайно не состряпать. Думаю, сегодня переделаем в камень. Кстати, да, я играю на следующий... Я говорил? Я не говорил. Я играю на следующий день. А, ну да, я говорил, господи. Я же говорил. Вот, и... Ну, что-то пока что... Ёлкнешь налево. Надеюсь, ты меня тут не затопчешь, да? Вот. Пока что сильно времени нету играть. Вот, поэтому как бы... Как-то так. Пока что так. Ну вот, ну а там посмотрим, как времечко появится побольше. Я... 14 часов. Вот, я... Ну, кстати, да, я сегодня и раньше начал, на час раньше снимать. Чуть побольше. Как появится побольше времени, я начну снимать... нафига я сюда наверх поднялся? Ну ладно, металл пригодится. Я сниму сразу несколько серий. Я хочу делать запас, чтобы была серия на неделе. По-простому говоря, чтобы у меня серии выходили, да, и... То есть я серию снимал, и она выходила только через неделю, чтобы не было лишних заморочек. Чтобы, допустим, там не было так, вы там посмотрели серию, вот, ну, так будет, так обязательно будут такие люди, надо срочно зарейдить, я хочу, чтобы меня показали на видео. Вот, не будем об этих... в кавычках адекватных людей говорить, но такие точно будут. Такс, погнали. Я устал. Мне осталось немножко до края, и я спрыгну вниз, но я устал. Так, погнали. Девяточка, да? Девяточка так вот так сделал. Пошел отсюда. Ну туда! Туда, говорю. Вот, отлично. Вот про что я говорил. И спокойненько спустились. Все нормально. Лямки нигде ничего не жмут. Все хорошо. Самое главное, уметь управлять парашютом. И все. Почему я спрыгнул оттуда? Ну, во-первых, сюда бежать нужно было. А пока я... То есть, ну, больше заморочек будет. И, если честно, даже дольше получится. Я просто не умею на скорости, то есть рассчитывать такую скорость, фу, с парашютом я прыгаю редко, рассчитывать такую скорость, чтобы я и свалился, то есть и полетел быстро, и не разбился в итоге, открыв парашют. Вот, поэтому как бы пока что так, ну, в целом, вполне неплохо. Вполне неплохая идея, я бы так сказал. А я так и сказал. Вот, поэтому все замечательно. Приземлились. Аж обосрался со страху. Бедняжка. Да, надо будет двойные двери обязательно посмотреть. Мне даже интересно стало, что это за чудо такое. О, пятихаточка. Вот это у меня ж металл точно перебор. Так что можно больше металл пока что не добывать. Его будет мне вполне предостаточно. И зажечь. Вот, ну... А пока можно подрывать дерево. Обезвоживание. Тьфу, ёпт. Какой ты немощный. Ай, ёпта. Ну и нафига я ходил пить?
Кстати, здесь быстро отключается дождь почему-то. Видать, так настроено, чтобы дождик подолгу не был. Потому что я думаю, все-таки он нагружает. Ну, это опять-таки же это я думаю. Не факт, что это так и есть. Так, тебя с руки не притомить, отлично. Ну, как отлично? Ну, а в смысле пофиг. Я его никогда не томил, так что все пучком. Обычный. О, полтишочек левел. Чё-то в последнее время мне попадают столько дрищевок какие-то. 15-й, 10-й левел. Кстати, можно было трайка взять. А, я там вчера... Ой, такой файтинг был. Вы пропустили столько всего. Короче, я сел на трайка. И только думаю, о, кератин. А давай-ка я убью черепаху. Давай бить черепаху. А вот это уже человек летел. Ну, так быстро птер летать не может. И тем более бочку делать. Вот, а давай-ка я убью черепаху. И давай я бить черепаху. Бью черепаху, бью черепаху. Такой. А там, смотрю, дамаг что-то стал меньше идти. Вторая черепаха подходит. Ну, я давай с двумя драться. Ну, благо, одну ударил, она там отлетает, отлетает. В общем, по очереди они у меня так летали. Все, одну убил, вторую убил. В общем, файтинг длился минут... 5. Я офигел просто от того, что я не видел эту вторую сразу черепаху. Но мне повезло. Мне повезло, что трайк он в целом, когда бьет, он откидывает. И нехило так откидывает. И, собственно, поэтому я и выжил. Хотя я бы так и так бы выжил бы. То есть, но хп больше бы отнялось у трайка. И если было бы что не так, то было бы жопа. В том плане, что я бы помер. Оп, сразу такая тишина. Здорово. На улице дождь идет. А ты такой сидишь. У очага. И греешься. Хорошо. Так, ну а мне нужно строить уже дело. Но для этого мне нужно дерево. Дерево мне нужно немалом количестве. Ну, кстати, ту первую дверь можно уже поставить на автоматику. Тоже переключиться на автоматическую дверь, то есть построить автоматическую дверь. Блин, я очканул прям сейчас что-то конкретное. Я на PvP вообще не любитель, если честно, играть. И я очкую просто до жути как. Ну, потому что я играю в соло. Кстати, да, я еще не придумал, как мне отбирать людей. В команду. Да. И я об этом только задумаюсь тогда, когда я начинаю играть. Вот, и как бы суть в том, что когда ты умираешь в одного, то тебе никто не поможет. То есть, когда ты один играешь, тебе никто не поможет. Тебе просто, можно так сказать, пройдут мимо. В том плане, что ты никто, кто тебе помогать-то будет. Вот, и это фигово. Когда ты играешь в команде, и в немалой команде особенно, то все здорово. То есть, если что не так, сотрайбовцы прибегают. Помогает сразу же, Тима тащит, все дела, ты забегаешь там, лутаешься опять, если повезло тебе, и все в таком духе. Суть в том, что в команде легче играть. Легче играть морально. А вот, в соло лично у меня всегда адреналин зашкаливает, и я каждого шороха очкую. Ну а с другой стороны, если бы я не очковал бы каждого шороха, то не исключено, что можно просто взять и помереть. Так-с. Дерево. Дерево, дерево, дерево. Дерево, 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 дерево. Давай-ка еще немножечко дерева. А, так вот, соточка. Отлично. Так, теперь. Давайте мне вообще нафиг с тем редолбанное. Камень. Солома, дерево. А, отлично, все, что нужно. Все, что нужно для победы. И создаем фундаменты. Сразу же буду строить из S+ фундаменты. Отлично. Дальше соломочка еще. 10, 10. А, да, получается 20. Вот, конечно, все просто здорово. Я сейчас буду создавать фундаменты, и я сразу же автоматически качаюсь. И нехило так качаюсь. Давайте стойкость до полтинника поднимать уже.
Думаю, мне это пригодится. Вот, смотрите, просто сейчас так. Шпиндрюх! Я потом на кочеток. Хопаньки! И все здорово. Вот, поэтому как бы, да. Дошел до камня и тащишь постройками. Ну, а там уже видно будет. Не, да, я не спорю. Здесь 5х, но все равно. 5 фундаментов построил, да? То есть, раз, два, три. Ну, фундаментов 20 построил, и вот, ну, пожалуйста. Да, не спорю, на это на неофициалке, да, здесь легче ресурсы добываются. Но, если ты, допустим, у тебя в команде есть фармеры, ты просто, они фармят, добывают опыт, а ты, соответственно, одного раскачать фундаментами, а фундаменты будут нужны, то есть, ну, в целом, постройками очень легко. Стоит, крафтит себе спокойно, крафтит, и все пучком. Так, что у нас тут дальше? Фундаменты... Еле как фундамент построился. А у меня перевес сраный. Что, валяется? Ну ладно, подберу. Сейчас скину в этого. Трайка скину. Так. И пущай будет здесь. Ну, они здесь уже есть, так что пускай будет там. Давайте я здоровечко немножко вылечим. И давайте уже заменять. Потихонечку, полегонечку, не спеша, не торопясь. Заменяем все. Сначала по кругу. Кстати, я не знаю, что за фигня, но мне иногда вот так вот текстурки пропадают. Интересно, из-за чего это? Sky quality это не то. Match level тоже не то. Камера. Причем настройки, какие раньше были, такие и остались. Не знаю. И мне кажется, намного больше стало настроек. Ну да и это пофигу. Сейчас, как говорится, подождем немножечко. Настроечки сделают. Точнее, переведут. И там уже постараюсь настроить под себя. А лучше. Главное, чтобы лагать не начало безбожно. И все будет хорошо. Так. А, да, все нормально. Так. Сразу же ресурсы получаем. В обраточку. С весом. О, с весом все нормально. Ходить могу. Так, здесь все нормально. Здесь нужно заменять. Ой, как немало-то нужно заменять. Да уж. И три. Не, ну конечно, меня это напрягает, то, что постоянно текстурки туда-сюда прогружаются. Это меня бесит. Это до жути прям бесит. Стоишь, ты просто смотришь на одну и ту же точку, тут бах! Изменилась картинка. На корявую. Так, дальше. Что мне нужно? Мне нужна стена. Вау! 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 А, ну давай сначала вот это глянем. Ой, господи, прости. Так-с. Я хочу вот это посмотреть. Как она выглядит? Блин, круто. Двойная дверь. Интересно, когда-нибудь сделают в арке двойную дверь? Оу, oh, yeah. Я открыл дверь. Это круто. Двойная дверь. Это круто. Это реально круто. Просто. Теперь не надо толпиться там в несколько рыл, когда играешь. Там не надо толпиться. Оу, забежал насквозь и все. Блин, да хорош уже срать. Ну, кстати, давай я хоть похаву, что ли. Ну, кстати, нехило так. Вот это Special X на Dodo. Он в плане хавки очень хорошо дает. Яйца станешь питательные. А он с этими яйцами, не знаю чем.
Так, мне нужна стена. А еще я хочу все-таки сделать вот эту вот фигню. Так, ну-ка давай. У меня энграмм теперь полно. А, камень, дерево, солома. Кремень. Отлично. А, камень, дерево, солома и кремушек. Только верстаки, отлично. Камень, дерево, солома, кремень. И создать. Да ладно, воркбенч что ли? Сейчас, да? Окей. 100! Ты прикалываешься? Ну ладно. Не проблема. Раз ты прикалываешься, то что ж поделать? Так, воркбенч. Да ладно, цементная паста. Да иди ты в жопу. Треня, иди ты в жопу. Пощел ты. Так, ладно, все это скидываем дело. Тогда сейчас сделаем ход конем. Здесь у нас стоячий факел. Да, стоячий факел. Не будем ставить из S+ мода. Так, наверное, так, дерево добавлял, солома. Так, будем из S+. Вот чтоб ночью было светло, хотя бы дома. Так, хотя, раз здесь-то постоянно у меня светится. Два, три. Этого будет вполне предостаточно. Так, вот это скидываем, это все оставляем. Хотя не сильно таки уж и предостаточно. Ладно, ты постоянно что ли работаешь без дерева? Вот это ж халява. Да ладно, мне одного хватает? А нафига это такое? Ну ладно, пригодятся. Наверное. Блин, одного хватает, оказывается. Так, не, давай, короче, тогда сделаем вот так вот. Алло. А, ну да. Так, и поставим тебя вот здесь прям. О, вообще красота. И вроде как и не мешается, и освещает все хорошо. Так, отлично. Здорово. Замечательно. Великолепно. Так, теперь мне нужно вал. Стена. Stone wall. Не XL, а large stone wall. Так. Берем вот это и вот это. Сразу же будем строить хорошие стенки. Не будем размениваться на всякую мелочевку. Так. Вот ж ты дерьма кусок. Так. Подобрать. Отлично, повезло. Да ладно. Мне надо, короче, полностью все сломать, а потом я смогу поставить. Вот же ж. Так, ладно. Так, делаем тогда так. Слышь? Так, и вот так. Отлично. Очково, если честно. Блин, повезло, что была запаска. Да уж. Не очень, я бы так сказал, вот так вот на PvP сервере снимать свою стенку, ну, благо устанавливается она сразу вся и без лишних заморочек в этом плане. Так, ну ладно, здесь-то легко, а там-то как? Блин. Ну ладно. Когда дойдем, тогда и придумаем. Так. Я уже профессионал почти в этом деле. Так, отлично. Потихонечку уже заменяем на камень. Это уже здорово. Но на этом
Я думаю, все запасы камня мои заканчиваются, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну что, что я могу сказать? Наверное, уже за кадром побегу. Че уж, фигню это страдать. За кадром побегу, подобываю. Почему бы и нет? Потому что время зря не тратить. Так, ну и я тут кое-чего напер, и это получается только вот на этих стенках я сделал так. Но смотрите. Берем пистолет, да, разрушаем, убираем, ставим стенку и вуаля. Все просто замечательно. В итоге, что мы получаем? Здесь? Везде двойная стена. Да, что ж я до этого сразу-то не додумался. Ну да и ладно. Кстати, да, вот реально видите, да, дерево и камень. Двойная стена, черт побери. Без всяких багов, дополнительных построек, тупо двойная стена. Да, пускай дерево, камень, но все же. Но самое главное то, что у меня все в камне, кроме вот этих три. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять мне нужно обычных стенок. Пять обычных стенок. Вау, вау, так вот. Пять. Ну, внутри пока все это дело обшивать не буду. А вот дверку, я думаю, нужно заменить уже. На Refined Door. Да, да, вот, сразу это вот сделано. Так. Ага. Ворота-то я изучил, но я хочу из S Plus ворота ставить, которые автоматические. Ну, они же явно поудобнее будут делать. А, кстати, точно. Вот, а ладно, они еще деревянные были. Вот я лупень не увидел. Large food. Ну, изучим, изучим. Почему бы и нет, пускай будет. Так. Колонна мне не нужна. А мне нужно ворота. О, шкаф мне нужен тоже. Мне нужно ворота. Нужно ворота. Огромные ворота. Да. Где же они? Stone fence super. А, черт их знает. Так, ну черт, короче, найти не могу я. А, вот они, каменные ворота. Соответственно, где-то здесь вот они. Отлично, то, что мне нужно. Сразу же... не дотягиваюсь, ну ладно. Сразу же стряпаем... мне, наверное, соломы не хватит. А не, хватает соломы, отлично. Сразу же стряпаем в ворота дверь. Офигеть, 6-й левел. Просто супер. А, ну и давай сразу потолки состряпаем. Насколько хватит. Каменное перекрытие. Мне надо stone целинг. Ага. Целинг. Ну да, не густо, я бы так сказал. Очень даже не густо. Так. И вот так. Ну, что получается, я там заменю снизу. Да, нормально. Вот что там. Что у меня тут с весом? С весом, перевесом. Отлично. А, соломки. Чутка не хватает, но это все фигня. Не гедисти сраные. Вот, просто почему бы не сделать уже ее автоматической? Так. И вот так. Все. Как видите, щелей стало сразу намного меньше. Я бы даже так сказал, практически исчезли. Так, что-то у нас вода. С водой все фигово. Надо бы сюда кранчик провести. Но как его провести так, чтобы его не сломали? Правильно, никак. Ладно, фиг да с этим всем. Погнали устанавливать ворота. Ворота. С этим, ага, еще целинг надо установить. Там точно я забыл. Вот такую штуку здесь. О, теперь вообще зачетно. А, так, теперь
Отлично. Вот так вот. Все просто здорово. Закройся, ёпта. Так, только автоклосс онли. Угу. Замечательно. Так, левелап еще один. Здорово. Так, внутри пока, как я уже сказал, пускай будет все деревянным. Точно, они же автоматически. Вообще здорово. Мне пока что это дело все не принципиально. Так, волокно солома. Солому нужно добыть. Солому лучше всего добывает страйком. В этом плане. Ну, из того, что я имею в виду. Поэтому в этом плане ему нет равных. И у тебя соломки нету. Значит, я все выкладывал. Погнали! Погнали, немножко пробежимся. Кстати, да, со стороны можно посмотреть уже. Такое вполне адекватное строительство. Я затопчу. Птерчик. Птерчика нужно будет томить обязательно. Кстати, мне же нужна еще цементная паста. Не в малом количестве, я бы даже так сказал, нужна цементная паста. Так что поначалу будем ее добывать со всяких живностей и перемалывать с камнем. Так, ну я думаю, хватит тут. Ягоды полно теперь. Там ходит. А, Фиуми. Трайк. Дилка. Ярко. Ладно, погнали. Пока что этого всего, я думаю, хватит. Ёб твою ж, 4000, конечно, мне хватит. Да, да усрачки как хватит. Обалдеть. Реально, обалдеть. Так, что мне по весу? О, кстати, под дождем же вода восполнилась. Здорово. Так, вес. Давай я тебе вкачаю урон. И он пригодится, а себе вкачаю. Давай скорость передвижения сделаем 140. И вес. 300 просто здорово. Дадыщ! Сюда иди! Или ты... Опаньки. Опаньки, это кто у нас тут нарвался? Да ёб твою ж, налево надо скорость передвижения качать. Опаньки. Опаньки. Это кто у нас тут нарвался? Добавлена солома. Фига себе, это я что, солому что ли сперло? Ах ты ж гнида. Солому у меня сперло, козел. Так, давай куда-то скинем. Пока я на базу не добрался, надо скинуть. Ну и в баню. Последнего лишусь. Так. Открыть ворота. Открыть ворота. Так. Все здорово. Как видите, маленький гаражик. Все просто замечательно. Стараюсь сделать так, чтобы вообще даже хвост не торчал. Блин, он так в размерах увеличился. Ну, не показалось, но все равно как будто он в размерах прям по жесткому увеличивается, когда встает. Так, 5000. Да ладно, а что такое? А я пока бегал, я же еще добывал солому. Ё, просто откуда у меня столько соломы то я ж пока бегал за ним, еще подобывал чуть-чуть. Так, отлично, солома есть, камень есть, солома есть. И целинги. Сколько? Ну, почти хватает. Здесь, я думаю, камешка чутка у меня подзакончится. В этом плане. Текс. Сколько еще? А, 3. Кстати, да, справа уже теперь написано, сколько остается создать. И сам прогресс-бар.
Остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну это чуть-чуть камешком. Погнали, добудем немножечко камешка уже. Доделаем и пойдем за Тьером. Еще бы этот камешек найти бы. Да. Ну вот, собственно, и практически все. Остаются буквально последние штрихи. Блин, лишний потолок сделал. Ну ладно. Лишний, так лишний. Ёб дерьмо, птеля. Вот. Печень, какая-то жопа-то получится. Ну, подберись. Ну, нет, двойные потолки, конечно, хорошо. Но не в этом месте. Да пошел ты. Ладно. С покухом. Подобрать. Подобрать. Сломать. Твою мать! Ой, я лошара. Не, ну я могу, конечно, в этом плане-то я не спорю. Вудвол. Я стоунвол. Ну настолько? И какого фига? Я вообще стрелял. По этому сраному потолку. Ну хоть сквозь не прострелил, он там хорошо. Это прям, конечно, да. Такс. Делаем вот так вот и уже рампу цепляем к ней. Все отлично, отлично. Ой, фига у меня тут хавки. Ну алло, подбирай давай. Ищ говно. А понятно. Под лак за лак. О, отлично. Так, что у нас здесь? 60, это вполне достаточно. Урон, кстати, мне очень помогает. Бег очень помогает. Я сейчас пигмастакса догнал просто на ура. Эту тварину долбаную. Думаю, до 200 надо догонять. И воду, и еду. Вот, и все будет нормально. Так, ну что, потолок одел? Странно, ты свистулька долбанный, ешкин матрешкин тебе. Вот, так что можно и притомить птерчиком. Так. Давай сделаем вот так вот, чтобы уж точно наверняка все пережарилось. Птерчика. Так, но для начала давайте сделаем сразу седло, чтобы уже седлать его, и все будет пучком. Птеранодон. Отлично. А что для него нужно? Хитин, кератин, волокно и кожа. Кожа полно, волокна дофига. Хитин, кератин добыл. Отлично. Так, теперь вот это все скидываем. И получаем седлецо. Так, теперь мне нужно мясцо, так как оно там, они томятся с руки. С этим заморочек у меня вообще не должно быть. Да ладно, 85-й, ты прикалываешься? Давай! Нифига себе! Вот это реально самый большой левел, который я здесь вообще постоянно видел. Блин, мне везет. Трайка 140-го нашел. Птер 85-го левел. А я думал, этого будет вполне предостаточно. Без лишних заморочек. Кстати, на сервере всего 6 модов. Потому что при загрузке сервера пишут, типа, 6 модов надо загрузить. Это прикольно. Да стой, твою мать! Седло. Отлично. Полетаем. Да, обычное управление. Ну, в смысле, стандартное управление. Все здорово.
без увеличения скорости. Все просто офигенно. Тогда тебе качаем вес. Да, вес тебе нужно будет качать. И урон в ближнем бою, здоровье, короче, все по дефолту. Ну, а самое главное, конечно, я теперь могу летать. Летать это здорово. Кстати, ну-ка, какого левела там трайк? 38-го. Мне больше повезло с первоначальным трайком. Так, ну-ка, а что там у нас? 85-й самец. Так, это я левелапнулся, да? Угу, отлично. Так, давай еще еду вкачаем. У, я уже 60-й левел. Офигеть. Быстренько, быстренько. Да, как бы я понимаю, что это третья серия. И по факту третий день. Но суммарно-то это всего 3 часа игры. Геймплея. А уже 60 левел. То есть, по-простому говоря, левел 20 за 3 часа. Ну, 15 за 3 часа можно получить на 1 экстрейтер, да? При медленной раскачке и так далее. Здорово. Кстати, я себе трайп не создал. Это, конечно, фигово. Я всегда говорю, создавайте трайп, когда заходите. Честно, теперь я очкую создавать трайп. Вот, поэтому создавать я его не буду. Я буду так. Вот. Да. Очкую, очкую я все потерять. Ну ладно. Или уж рискнуть. Сделаем эпик под конец серии, да? Так, ну тогда сделаем так. Во-первых, снять клеймо. Так, мне сначала пассивку вообще всех поставить надо. Снять клеймо. Отлично. Кстати, подожди. Клеймо снять. Жрать кто нужно. И вот так здоровье уже увеличивал потихоньку. Так, сделаем эпик. Снять клеймо. Снять клеймо. Страйком. Снять клеймо. Отлично. Так, задать пин-код. О, теперь руки не надо нажимать. Задан пин-код. Так, задать пин-код. Сразу же себя обезопасим. Так, ворота тоже надо задать пин-код. Так, отлично. Ну и, соответственно, здесь тоже. Вот, это я всем советую вот так вот делать, задавать пин-код там, где можно это сделать. Так, давай вот тебя вот подберем. Так. Ха, у меня сейчас такая мысль пришла в голову. Так. Что у нас тут по весу, по ресурсам? Ой, вес-то дофига. Сейчас, секунду. Так, ну, собственно, что я хотел сделать? Я сначала хотел подобрать все, что здесь стоит, и переместить в трайка. Все ресурсы, да? Думаю, если все заладится не так, то я смогу поставить, и я смогу пользоваться, типа, не вводя пин-код, и все в таком духе. Когда я уже практически все перенес, уже поднял печку, и осталось только здесь подобрать дерево. Кстати, вот это все я переносил в трайка. Я так думаю, блин, а как я потом поставлю, если будет постройка не моя? В итоге все обратно установил, включил печку, и давайте создавать трайп. Так, не К, а Л. А, племя. Нет, не так. Мне нравится эта игра, поэтому я создаю именно так. Создать племя. Так, племенник не выбрал. Так. У-у-у, да. У-у-у.
Здорово. Здорово, здорово. Все переместилось. Видать, они все-таки отладили этот баг долбанный. Так что все пучком. Ой, господи, я трек не отклеймил. Ой, я чуть было бы трек не просрал своего. Эх, могу, я могу. Так. А, у меня тут полной еды, так что все пучком. Так, ну, пин-код пускай стоит на воротах. Почему бы, как говорится, и нет. Дополнительной защитой. Защита не помешает. Вот так сказать. Так, теперь что означает? Я могу все ресурсы со спокойной душой скидывать и не беспокоиться. Теперь у меня стоит. Есть. Да блин, что я на кэт нажму? Есть. Трайб. Отображать подключившихся соплеменников. Переименовать племя. Ой, да ладно, я могу переименовать племя. Круто. Управление группами племени. Ага. Управление альянсами. Блин, так здорово! Они сейчас так все клево сделали. Блин, круто, журнал красивый, все красиво сделали. Управление, принадлежность племени. О, вообще кайф. Реально кайф. Мне нравится. Мне нравится все, что они делают с менюшкой. Мне это нравится. Единственное, что мне нравилось, это когда мне приходилось каждый раз настройки менять. Потому что они тупо сбрасывались. Так. Ну, все. Я, собственно, пойду уже отдыхать. И получается... Че, домик где я доделал? Как говорится, конечно, наконец-то переход в каменный век произошел успешно. Трайб я создал. Трайб, надеюсь, больше не гопник. И он не отжимает у тебя абсолютно все. И все просто здорово. Это просто замечательно. Тира притомил. Так, слушайте, я дофига сегодня много чего сделал, если уж на то пошло. Так, пассивный, а вот тебя поставим на нейтралочку. Хватит вашу цель и нейтральный. Ну так, на всякий случай. Так, ну все, на этом уже точно все. Хотя, зачем тебе на нейтралку, если в постройке-то нельзя будет сломать. Хотя, блин, нет, давай все-таки на нейтралку я тебе поставлю. Стой на нейтралке пока что. Вот. И все, на этом уже точно все. В следующей серии уже нужно будет охотиться за цементной пастой, потому что мне цементная паста нужна. Нужно уже переходить на металл, и не только на металл, не только для построек это нужно будет дело. Вот, и ну там уже будет видно, что, как, да, где дальше. Ну а на этом уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Все. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливых добра. Всем пока.